идея о том, что по нему можно измерять солнце, была апробирована. Я помню первую поездку, да, первую экспедицию. Я вставал рано утром, шел на этот объект и встречал солнце, но не мог понять принцип. И из-за этого я неправильно как бы пытался интерпретировать его как инструмент для измерения восхода солнца. Но потом, когда уже ознакомился с трудами вот, археологов, которые открыли Чанкильо, я использовал эту методику, и она показала, что таким образом можно его использовать как инструмент для определения времени года.